Еще 34 россиянина вернулись на родину из зоны бедствия в Непале. Днем самолет МЧС встречали в Москве. Это уже второй борт, на котором Россия эвакуирует своих и иностранных граждан. Минувшую среду из Катманду в Москву доставили 128 человек. Как сообщили в МЧС, связь со всеми нашими соотечественниками в Непале установлена, за исключением двух дипломатов, которые отправились на экскурсию в заповедник Лантанг. Российские спасатели продолжают обследовать завалы в разрушенных населенных пунктах и готовятся помогать местным властям в восстановительных работах. Между тем, сегодня в Непале зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,1, то есть в два раза слабее предыдущего. Данных о жертвах и разрушениях нет. Напомню, сильнейшие подземные толчки потрясли Непал 25 апреля. Число погибших превысило 7 тысяч человек. Разрушены 280 тысяч жилых домов, культовых сооружений и древних памятников.